Быть бдительным надо еще во время покупки хлопушек, напоминают специалисты. Приобретать их только в специализированных магазинах и следить, чтобы упаковка была неповрежденной. Немаловажно и наличие инструкции на русском языке. Если покупка все же состоялась, для запуска выбирать только открытую площадку без припаркованных машин. У нас часто бывает так, что запустят ракету, и она летит просто в разные стороны. От чего? Наверное, все-таки нужно было посмотреть продукцию. Срок годности обязательно, да? Учесть погодные условия. И посмотреть на это со стороны, прогнозируя тот риск, который может быть при запуске. Самое главное правило – запускать петарды дети могут только вместе со взрослыми. У нас очень много проблем от равнодушия взрослых по отношению к детям. Пока взрослые празднуют, дети остаются бесконтрольны. И, как правило, балуются пиротехникой. И проблема здесь в равнодушии взрослого населения нашего города к тем детям, которые это делают. Проходят мимо, смотрят на безобразие и даже не хотят сделать замечание. Самим подросткам напомнили, что от внезапно разрывающихся под ногами петард некоторым пешеходам может стать плохо сердцем. Поэтому тестировать перед Новым годом пиротехнику надо не на тротуаре, а опять же со взрослыми на открытой площадке. А чтобы лучше познакомить ребят со спецификой работы пожарных, для них провели экскурсию по части. Школьники смогли посидеть за рулем спецтехники и примерить обмундирование.